Друзья, всем привет, с вами Жардем, и сегодня я снимаю влог с матча Актобе-Кайсар. 17-й тур КПЛ, без сомнений, интересная игра. Чемпионат перевалил за свою середину, поэтому сегодня Кайсар, без сомнений, приехал показывать свою лучшую игру в столицу, футбольную столицу Казахстана, без сомнений. Ну а Актобе в случае победы сможет занять первое место в турнирной таблице КПЛ, поэтому мотивация как никогда высока, нужно побеждать при своих фанатах. Ну а мы ждем красивую игру, я буду снимать интересный влог 17-го тура, ну а с вас я жду больше лайков, комментариев и жду вашей поддержки. Сегодня я повредил, честно скажу, небольшую руку, поэтому снимать влог я буду с левой руки. Я начинаю. Лучший игрок месяца Габи Кики. Гол месяца Жайружан. Матч начался, первые 6 минут вышли спокойными. Актобе в целом не создал опасные моменты, которые могли привести к взятию ворот. Ну, смотрим матч дальше и надеемся, что моменты все-таки придут. Несмотря на нынешнее положение дел, Актобе является фаворитом сегодняшней встречи. Друзья, 1-0. После красивого удара Жайружана, который попал в перекладину, матч на добивании. Красиво и точно играет Арман Кинесов, который открывает счет в сегодняшней игре. 1-0. Красно-белые ведут в этом прекрасном матче. 1-0. А в Актобе смотрим матч дальше и болеем. Мы верим, самое главное, в победу красно-белых в сегодняшней важнейшей игре дома. Тем временем в Актобе начался второй тайм. Что хочу сказать по первому тайму. Актобе молодцы, создавали моменты, делали супер опасные атаки. Могли в моменте забивать и второй, и третий мяч в ворота футбольного клуба Кайсар. Жайружан — это вообще отдельное искусство. И он заслуживает, безусловно, отдельного нашего с вами разговора по поводу его игры. Он молодец и, безусловно, заслуживает места лидера в нашей команде. Создавал моменты, делал моменты. И я думаю, в случае, если будет пенальти, как будто бы надо дать ему ударить. Пацан заслужил. Честно, вот, лично по моему мнению, после первого тайма, после всех матчей, которые он провел за Актобе, он заслужил хотя бы один раз исполнить 11-метровый удар в ворота наших соперников. Только что сработало золотое правило футбола. В целом, не забиваешь ты, забивают тебе. И как итог, 60-я минута. Актобе пропускает мяч в свои ворота. Счет 1-1. И, конечно, неприятный осадок после пропущенного мяча. Но впереди есть еще целых 30 минут, чтобы отыграться и вывести команду вперед. Я искренне верю, что красно-белым это удастся сделать. Все-таки такая поддержка. Стадион, как всегда, полон. Сегодня, кстати, аншлаг. Ну, ждем гол от Актобе, как минимум. Ждем, как минимум, еще один мяч. Друзья, финальный свисток прозвучал, счет 1-1, ничья в Актобе по ходу этой игры. В целом, Кайсар забил гол в ворота Актобе, в целом неплохой результат для них. Актобе имел очень огромное количество моментов для взятия ворот, имелись 100%, даже я бы сказал 200%, если так можно выразиться,
вероятность вообще в целом попадания мяча в сетку ворот соперника, но как, что-то вот шло сегодня не так, чего-то не хватало, непонятно чего, реализация вообще в ужаснейшем состоянии находится у красно-белых, моментов на голов 5-6 создали, в конце вообще, по мне, 100% момент для взятия ворот у Бессмертного, обидная ничья дома, посмотрим, что это, к чему это приведет в конце сезона. Ну а сейчас попробуем заснять атмосферу в целом, которая творится сейчас на стадионе. Болельщики определенно недовольны данным исходом. Ребят, я вообще впервые такое вижу. 13-й сектор покинул поле центрального стадиона. Трибуны, точнее. Но настроение понятно, что нет. В целом обидный результат. Я даже не знаю, получится ли взять сейчас какое-то интервью у футболистов, потому что сейчас все находятся просто в подавленном положении. La verdad, muy bien. Mi primer partido como local. El apoyo, primeramente, de los compañeros, del profe, de la afición. Me sentí contento, me sentí bien y esperemos seguir así. No, creo que fue un partido muy, muy complicado, ¿no? La verdad, pudimos liquidar el partido en la primera parte, en el primer tiempo. No lo hicimos, así es el fútbol. Ahora pensar en lo que sigue, no quedarnos estancados y esperemos el próximo partido sacar un buen resultado fuera de casa. No, creo que es una liga muy, muy competitiva, donde hay muchos buenos jugadores dentro del plantel y también de otro equipo. Me gusta el país, los compañeros me han acogido de la mejor manera y eso me hace sentir como en casa. Барлықта сау болыңыз. Біз ойында өте көп момент болған, бірақ реализациясы қазір жақсы емес. 3 ұпайға бізге мүмкіндік үлкен болған, бірақ өкінішке орай ойын тең нәтижемен аяқталды. Содан кешірім сұраймыз, бірақ бізде алда жақсы ойындар күтіп жатыр бізді. Соған құдай қаласа келесі ойында да 3 ұпай аламыз. Қайсар қарсы гол салдың алғашқы голыңды, бірақ тойлаған жоқсың, не үшін? Қайсардың орнына мен жүрімде бөлеп, сол жерде өзінің атымды шығарған айтуға болады шығар. Қызылордада менде көп достарым бар. Сондықтан мен сол голды тойламадым. Қиын ойын болады, бірақ сондай ойындар бізге жақсы. Басқа мотивация керек емес, біз білеміз, біз чемпион болуға тырысамыз. Бізде әр ойын енді финал болады. Құдай қалса енді 3 ұпай алуға тырысамыз. Иә, ойында ол жарақат сезіндім, бірақ қазір келесі ойынға әлі 7 күн болады. 3 күнде восстановление болады бізде, содан мен келесі ойынға дейін боламын.